7 апреля на базе гимназии номер 16 состоялась ежегодная конференция Российского движения школьников Московской области, в которой приняли участие делегаты первичных отделений РДШ. Делегаты первичных отделений обсудили основные направления работы и критерии ее эффективности на секциях, которые были организованы в ходе конференции «Работа с трудными детьми». Вредные советы или примеры, чего не надо делать в первичных отделениях РДШ. История успеха от активистов или как вовлечь ребенка. На этих площадках участники конференции делились опытом друг с другом, обсуждали проблемные моменты и пути их решения. РДШ – общественно-государственная детско-юношеская организация, объединяющая школьников со всей страны. В РДШ может вступить каждый школьник в возрасте от 8 до 17 лет и выбрать направление для развития, стать участником многих событий. С вами была Александра, до новых встреч!